Год назад в Заволжье открывался первый гипермаркет «Мегастрой», а этого магазина в Свияжи еще не было. Теперь он готов распахнуть свои двери. За этот год мы полюбили этот город, и мы увидели, что ульяновцы полюбили нас. Придя в ваш город с низкими ценами, с огромным ассортиментом, мы даем возможность людям сделать больше, чем они могут. В то же время магазин – это 300 рабочих мест, это белая заработная плата, это налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Первой покупательницей оказалась Таисия Николаевна. Как только она рассчиталась на кассе, ее пригласили на сцену, чтобы вручить подарки от «Мегастроя». Хотела, во-первых, ванну что-нибудь присмотреть и обои присмотреть, потому что я купила квартиру, и мне хочется что-то новенькое. Товары для дома и дачи, ремонта и декора. Консультанты «Мегастроя» помогут сделать правильный выбор. Ну а в день открытия всех покупателей ждали подарки, а также угощения «Сладкий чак-чак». От городских властей «Мегастрой» поздравил первый замглавы Ульяновска Петр Столяров. А вот роль красной ленточки исполнял брусок, который при помощи бензопилы вместе с президентом сети гипермаркетов «Мегастрой» распилил 12-летний Рома. Мы хотели здесь купить краску. Ожидал, что вот так вот героем станешь? Как вообще все произошло-то? Очень быстро. Я не ожидал. За участие в церемонии открытия ему вручили подарок от «Мегастроя». Но в этот день, пожалуй, хорошее настроение было у всех, кто пришел в гипермаркет. Да и в последующие дни огромные ассортименты и привлекательные цены будут радовать ульяновца. Игорь Кранцев, Александр Абрамов, «Вести Ульяновск».